Яркое солнце, рок-музыка и гул тысяч моторов наполняли все вокруг. Мотобратство Владивостока отпраздновало открытие байкерского сезона. Центр приморской столицы собрал байкеров со всего Дальнего Востока, мотоциклы самых причудливых форм, размеров и цветов и огромное количество зрителей, пожелавших увидеть праздник своими глазами. Это прежде всего масштабное, крутое мероприятие, на которое приятно прийти посмотреть и гостям города, да, туристам, и жителям. Просто здесь и дети, и молодежь очень культурно себя ведут, ходят, отдыхают, наслаждаются трюками. В принципе, я считаю, это можно сделать еще больше и круче. На открытии мотосезона выступил глава Приморья Олег Кожемяка, пожелав безопасной езды и уважения друг к другу. Для байкеров старт сезона не только повод пообщаться с единомышленниками, но и показать возможности своих железных коней, которые тюнинговали всю зиму. Сегодня мотодвижение насчитывает тысячи последователей по всему Дальнему Востоку. В него входят люди разных возрастов и профессий. И вовсе не удивительно увидеть девушку на байке. Таких ласково называют мотоледи. Без мотоциклов жить не могу. Это моя жизнь теперь стала. Приезжаю на все мотособрания, мотосообщества, на все мотосборы. Мне очень нравится этот вид. Я мотодевушка. Мне просто повезло родиться в семье, счастливой семье байкеров, поэтому у меня это с детства. Мотосообщество – это огромная семья, которая помогает в любой ситуации. То есть, несмотря с какой сферы человек, на чем катается, всегда есть взаимовыручка и помощь. Украшением праздника стало вручение наград самым обаятельным участницам фотоконкурса «Мотоледи 2019» от радио VBC. Победительницами акции стали Наталья Воронкова, Алина Федерко и Ирина Криволап. Я очень обрадовалась. По сравнению с другими девушками-участницами, как бы моя фотография была в полной экипировке, как бы не такая уж и секси, а заняла второе место. Для меня это было необычно и неожиданно. Конкурс «Мотоледи» уже давно знаком мотоциклистам и жителям города. Победительниц ждали награды от спонсоров – ювелирного дома «Иста» и магазина «Митсумаг», официального дилера аккумуляторов «Баннер», а также от партнеров акции – компании «Стар Авто» и «Ой». Итак, мотосезон официально начался, что наглядно продемонстрировала огромная колонна байкеров, которая направилась далее через главную трассу Владивостока на Шамару, где продолжили праздновать старт мотосезона 2019. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.